картинговый чемпионат «Микс», который проводится вот уже больше 10 лет на картодроме «For the Karting», с каждым годом привлекает все больше участников. Однако он рассчитан все-таки на опытных пилотов. Подрастающие же гонщики могут попробовать свои силы в соревнованиях «Микс» для юниоров, первый этап которого состоялся 13 марта. Детский «Микс» нельзя назвать совершенно новым чемпионатом, ведь он проводился на картодроме «For the Karting» и раньше. Но главная особенность турнира этого сезона в том, что он организован уже не «Форзой», а Центром поддержки картинга. Новая организация, некоммерческая организация, которую мы долго делали. Почему, в принципе-то, и задержался старт детского турнира? Потому что мы готовили новую организацию Центра развития картинга, которая будет организовывать детские турниры при поддержке, надеемся, при поддержке Москомспорта. Детский «Микс» — это упрощенная версия взрослого турнира. Например, здесь заезд длится не 240, а 100 минут. В команде не 4, а 2 пилота. Что же до накала борьбы и эмоций гонщиков, то тут отличий нет. Чемпионат непростой и непредсказуемый. Это длинная гонка, очень интересно, то есть тут всегда борешься до последнего. То есть даже если ты едешь последний, то в последнюю минуту может тебя перевернуться, и ты, может, поднимешься на позиции вверх. К участию в «Микс Джуниор» допускаются пилоты в возрасте от 9 до 14 лет включительно. Причем в чемпионате соревнуются не только слушатели курса «For the Karting». На турнир приезжают и из других клубов. Всего в этом сезоне заявилось 12 команд. Занимаюсь я картингом 3,5 года, но и стал участвовать уже так же, как начал. Мотивацию в победе мне дает, ну как бы хочется победить, прославить себя. Желание победить и прославить себя, как оказалось, сильная мотивация. Именно Стас Федоров и его напарница Зоя Литошек получили золотые кубки по итогам первого этапа. Невероятное ощущение. Я очень рада. Это моя первая гонка, «Микс», в которой я участвовала, и моя первая серьезная победа, которой я буду гордиться долгое время. Весенний сезон «Микс Джуниор» пройдет в 4 этапа. Финал турнира состоится в конце мая, тогда же, когда финиширует взрослый «Микс». А дальше начнется летний чемпионат с несколькими заездами на открытой трассе Центра технических видов спорта Москвы.